Добрый день! Сегодня мы услышим продолжение пророчества, которое передал мне Хари Кришна Дас еще в 2001 году. О том, как произошла наша встреча, я бы сказала, мистическая встреча Джаганнатха-пури, каким образом мое участие как проводника пророчества было предсказано древними мудрецами, об этом можно узнать и из нашей видеолекции «Что ждет Россию? Часть первая» на YouTube-канале или же на сайте astroinstitut.ru. Вот тут можно прочитать в разделе «Видео». Если нет времени смотреть, все-таки там видеолекция длинная, она была прочитана на большую аудиторию, то можно прочитать текстовую версию, которая у нас на сайте. Но сам текст, он немножко сокращен, более короткий, поэтому вы быстро сможете освоить. В той видеолекции речь шла о петле времени, которая образует золотой век в Кали-югу. О повороте вектора времени на золотой век 28 июля 2004 года сообщил нам Хари Кришна Дас. И давайте посмотрим графики и фотографии Хари Кришна Даса и мои старые фотографии. Дело в том, что сейчас Хари Кришна Дас не дает возможность сделать фото, но я об этом еще позже скажу, потому что он хочет свободно жить в Индии и так, чтобы целые толпы за ним не ходили. Еще раз спасибо всем, кто проявил интерес к древнему ведическому пророчеству. Оно очень древнее, и его смысл трудно выразить современным языком. Чтобы вы могли понять трудность задачи, несколько слов о структуре пророчества и в какой форме оно написано. Оно записано на пальмовых листьях, и у хранителя пророчества Хари Кришна Даса есть специальная мантра, с помощью которой он активирует текст. Что это значит? Есть определенные периоды времени, которые знает только хранитель. Открываются листы, читается спецмантра, и проявляются, как бы высвечиваются строки изнутри, которые может видеть хранитель. Кто немного знаком с методом чтения на древних пальмовых листьях, знает, о чем я говорю. В разное время мне удавалось дважды видеть этот эффект, причем у разных людей, работающих с такими записями. А бывает так, что в назначенное окно мантра прочитана, но ничего не высветилось в назначенное временное окно. Значит, ждем следующей возможности, следующего временного окна. Тот текст, который высветился, его надо записать. Хранитель далее его осмысливает, и этот текст нужно перевести на современный язык. В пророчестве, как правило, не указаны года. Чаще говорится о том, что будет, но привязка по времени дается редко. Например, это было вот в такой форме в 2005 году. Там было сказано, что через 9 лет, имеется в виду от 2005 года, начнется война и погибнет много людей. И это будет не на территории России, а недалеко от ее границ. Россия не будет участвовать в войне, но ей все равно достанется. Обо всех этапах раскрытия пророчества вы можете узнать из нашего видео, еще раз говорю, что можно его найти на сайте astroinstitut.ru в разделе «Видео». Последняя активация пророчества произошла в 2018 и в 2019 годах с указанием, что информация может быть озвучена после активации линии Сахели, так как с этого момента сам Господь вступает в игру. В пророчестве ранее говорилось о том, что после поворота вектора времени будут изменения в природе, и чем дальше, тем заметнее. Продолжение пророчества кратко состоит в том, что в этот золотой век захотели принять участие еще четыре вселенных, которые связаны с нами общими пространственно-временными процессами. Они просили об этом Верховного Господа в связи с тем, что в этот золотой век будут открыты все знания и все пути наверх. Эти вселенные расположены под малыми углами, ну, можно продемонстрировать вот так,
друг относительно друга, как Андреевский крест. Разнозаряженные и разнозакрученные вселенные по временным потокам. Мы их пока не видим. Я спросила Хари Кришна Даса, они что, могут к нам прийти, у нас будут контакты? Он ответил, что не беспокойся, никто не нарушит ваши границы. У них тоже будет свой золотой век, синхронный с вами. Но Земля будет ключевым передатчиком, и поэтому пока рано говорить. Наша планета должна занять место строго в центре и синхронизировать свои энергии, временные потоки с этими четырьмя вселенными. Изменение климата связано с этими процессами, и аналогов не имеет. Поэтому предсказать тенденции пока что крайне сложно. Процесс для нас непредсказуемый, просто нет аналогов такому событию. Это происходит впервые. Это очень крупный, масштабный, грандиозный процесс во Вселенной. Земля должна занять определенное положение. В связи с этим, как сказал Садху, будет активирована линия Сахели. Она проходит от Индии, через Индийский океан и через весь африканский континент до островов Кабо-Верде. Эти линии, которые на карте нарисованы, они, конечно, условны. Это только просто хотя бы чуть-чуть указано направление, где это проходит. После активации этой линии потихоньку будет подниматься часть древнего материка Лемурия. Часть – это как остров. Эта территория будет не большая, не маленькая. Весь материк Лемурии не будет подниматься, а только его небольшая часть, как остров. Он опускался последним и теперь начнет очень медленный подъем, чтобы не вызвать катастрофы, и в следующем веке процесс станет заметным. Очень медленный подъем будет. Забегу вперед и сразу отвечу, что координаты острова в пророчестве не указаны. Более точно сказать пока невозможно. Может быть, пока, но не указаны координаты. Этот остров как пуп Земли, то есть, ну, будем так говорить, что я назвала его как пуп Земли, но на самом деле это очень условный образ, поэтому не будем к этому привязываться. И его подъем очень важен для будущих поколений в следующих веках, потому что Золотой век будет длиться 100 веков. 100 веков – это очень глобальный, очень медленный процесс. Мы сейчас находимся в самом начале. На самом начальном этапе этого процесса. Напомню, что с момента поворота вектора времени на Золотой век прошло всего 15 лет, с 2004 года. Эта дата, еще раз говорю, была сообщена Хари Кришна Дасом. Сахели в переводе с арабского языка сейчас имеет очень упрощенное значение. А вот в древнем пророчестве значение слова «сахели» дается более глубоко и более сокровенно. Сахели – это такая тонкая субстанция, которую из себя выделяют высшие существа Саки из самого сердца духовного мира – Нити Бихара. Из нее могут твориться материки, острова, леса, животные, и они все духовные, и даже самый простой камешек на дороге может вдруг улыбнуться вам и обменяться с вами любящей энергией. Такая живая духовная земля существует, но она существует в трансцендентном мире. И такой же похожий остров будет в Индийском океане. И на него будет давать проекцию сам Нити Бихар. Шри Харидас. Но об этом пока рано говорить, сказал Садху. Эта информация, скорее, может быть для такого отдаленного будущего. Но уже сейчас нам нужно знать, что линия Сахели активирована в 2019 году. И есть указание в пророчестве, что сначала она активируется на тонком энергетическом уровне планеты. И далее это должно проявляться проявиться на материальном уровне. Этот процесс сейчас материализовался в виде того, что приблизительно около 50 руководителей африканского континента в октябре 2019 года приехали в Россию. Около 50 руководителей сорвались с места и приехали. Вот это что это такое?
Взяли все, поднялись и приехали. Ну вот такая материализация в реальном мире. Это проявилось вот таким вот пока что непонятным для нас образом. Возможно, что это было вполне какие-то прагматические задачи, но не в этом суть. Это на материальном уровне так, а на тонком уровне совсем иначе. В пророчестве сказано, что когда будет активирована линия Сахели, сам Верховный Господь начинает более активно влиять на события в нашем мире. И вот когда Господь вступает в игру, его сценарий всегда непредсказуем. Это его персональный подчерк. Говоря современным языком, Бога никто просчитать не может. И какие бы мы сценарии ни придумывали, он всегда выше любого сценария. Особенность его действий в том, что одним-двумя движениями он может сразу разрешить многие противоречия. Сейчас у нас начинается самый непредсказуемый момент, каким образом все пойдет. И пока что вот самое главное, что нам надо знать, и это очень важно, какова цель Золотого века. Ну вот что это такое, что подразумевается под этим? Это не размышление людей, а записано древними мудрецами много-много лет назад. Цель в том, чтобы могли прийти на Землю очень много духовных личностей, которые хотят закончить свои духовные практики, завершить процесс самореализации и уйти в духовный мир. То есть разорвать кольцо кармических перевоплощений, или, по-другому скажем, выйти из колеса самсары и уйти в трансцендентный мир. Многие священные писания, не только вот в этом пророчестве, говорят о том, что Господь дал слово этим душам. Дал слово. Это не просто так. Если Господь дает слово, это очень важно. Что специально в эпоху Кали-юги создаст золотой век для самореализации. Этот век называется золотым не потому, что в нем много золота и богатства, а потому что впервые будут открыты все знания и все пути, и все возможности для завершения кармических воплощений. Все знания и все пути наверх. К нам сюда уже в очередь выстроились не только из миров, связанных с нами вселенных, а также хотят принять участие многие великие личности с райских планет, потому что стартовать в трансцендентный мир, духовный мир, можно только с Земли. И никак иначе. Хочешь вернуться домой к Богу, принимай воплощение на Земле. Для этого должны быть созданы условия, общество, которое будет способствовать самореализации. Эти общества будут создаваться в странах, на территориях Золотого века, куда входит и Россия, и Китай, и часть Азии, и Индия, вплоть до Австралии, такой полосой. А также дополнительная линия Сахели, пока не очень ясно, что это будет, но известно, что там будет какой-то таинственный остров, который пошел на подъем. Давайте еще раз посмотрим на карту и на штриховку, которая есть на карте. То есть еще раз говорю, чтобы вы поняли, что это было сделано со слов Хари Кришна Даса, и штриховка, какие страны приблизительно войдут, это все-таки немного условно. Позднее Япония и Австралия тоже войдут в союз стран Золотого века, но это не в 21 веке, а позднее. Про Африку пока более ничего сказать нельзя, кроме того, что активируется линия Сахели, это пока неизвестно. Лидирующую роль среди этих стран будет занимать Россия. Это связано с тем, два важных есть таких пункта, что так будет расположена и синхронизирована планета Земля, что центр развития цивилизации будет проецироваться на Зауралье, Северный Урал. И второе, что Россия, Русь, участвовала и была у истоков создания всех цивилизаций еще во времена Сатья-юги. Хари Кришна Дас сказал так: когда-то, очень-очень давно, ваши предки стояли у истоков арийской цивилизации, и на вашей территории все рождалось. С вас все начиналось, и вам придется разворачивать Золотой век, и вы же будете его завершать. И еще важное, что сказал Садху, и позже из-за изменения климата люди ушли южнее, то есть там, где создавалось в Сатья-югу, люди жили на территории Руси.
а потом ушли южнее из-за изменения климата. Но основатели родов Руси были первопредками всех остальных родов. Садко сказал, что воплощение основателей родов на земле в России уже началось. И еще одновременно с ними идет воплощение душ героев, которые отдали свои жизни ради других. Это тоже считаются большие заслуги перед Богом. И он призывает их встать в строй. Итак, сейчас у нас начинают воплощаться все основатели родов, а также герои, которые отдали свои жизни ради других. У них частично будет сохранена память, и они будут помощниками Господа для того, чтобы реализовался сценарий Золотого века. Они будут понимать, осознавать свою миссию. Это очень мощные, великие личности. Как происходит это осознавание? Я могу просто немножко кратко сказать, что это не так, что они родились, глаза открыли и уже сразу все осознают. Конечно, может быть, уже даже в ваших семьях родились такие дети. А осознавание, включение происходит в какой-то момент. Вот бывает какое-то, знаете, вот совершенно событие, и так раз и включилось. Я это просто говорю на своем опыте, потому что у меня это происходило двумя этапами, в 16 лет и в 32 года. У каждой личности это будет проходить как-то по-своему. Вы просто можете видеть, что, допустим, ваш ребенок какой-то, ну вот что-то в нем есть, харизма какая-то, вот как, что-то такое необычное. И, конечно, эти личности, они очень светлые, вот это видно сразу с детства. Основатели всех родов – это такое небесное воинство, и поэтому вот образование, воспитание, культура и просвещение – эту рекомендацию нам давал Хари Кришна Дас еще в первой части пророчества, я об этом говорила. Как мы будем принимать эти души, как эти великие души, каким образом, какое образование и воспитание мы это дадим? То, которое у нас сейчас, вот, это большой вопрос. В связи с развитием форматирования мозга через русский язык, это, так как это живой язык, сходный с протоязыком, санскритом. Это очень важно, форматирование нашего мозга через русский язык. Поэтому воспитание, образование, сохранение, развитие русского языка – это имеет первостепенное значение. Знаете, вот даже разговор был с Хари Кришна Дасом о том, что, вот говорит, если даже представить, ну, допустим, вот все ушли, русы с этой территории, и, допустим, территория будет заселена монголоидной расой. Но если хоть один есть человек, который знает русский язык, эта монголоидная раса будет русской. Потому что форматирование мозга через родной русский язык плюс широта, долгота, земля, а также не надо со счетов сбрасывать, это важный момент, архетипы. И это не пустой звук. Так вот, если мы говорим на нашем родном языке, работают архетипы, наши сказки, литература и так далее. И таким образом идет рождение, передача из поколения в поколение и рождение вот этих новых личностей, образование, воспитание – это сверхважная задача. И еще очень важное, что сказал Хари Кришна Дас, нам надо, и то, что нам надо знать обязательно. Построение общества потребления на территории России не предусмотрено Богом. Потому что там, где главная цель – деньги, где во главу угла поставлено потребительское отношение, там всегда ложь, обман, унижение, эксплуатация – это любимые инструменты демона Кали-Юги. А то новое общество, которое должно быть создано и развиваться на территориях Золотого века, должно существовать по другому принципу, по принципу взаимопомощи. Дело в том, что климат Земли будет очень сильно меняться, и на наших северных территориях нам не выжить без коллективной взаимопомощи всего населения. Не будет безопасности без этого. Далее в пророчестве говорится, мир будет разделен на две части. Будут существовать
как мы говорим, два лагеря, ну, современным языком. Первое – это страны Золотого века и новая общественная формация. И второй лагерь Старого мира, может быть, Западного, ну, будем пока так говорить, что Западного мира, хотя это очень условно. А тот капитализм, который сейчас, он будет не совсем тот, из-за влияния Золотого века со временем. Со временем современный капитализм будет видоизменен и модернизирован. То есть вот та форма, которая сейчас, она тоже не будет существовать. Хотя надо сказать, что в пророчестве нет слов «капитализм» и «социализм». Это современные термины. Там есть понятие общества взаимозаботы и демоническое общество, где индивидуализм и деньги являются главными ценностями. И индивидуальное наслаждение, потому что вот в обществе взаимозаботы там наслаждение, ну, если это, ну, это очень такое условное, ну, как бы счастье можно извлечь только живое из живого, то есть из одной личности и другой личности. От соприкосновения этого рождается вот это вот чувство радости, любви и полноты жизни, удовлетворение возникает. А в демонических обществах им так кажется, это иллюзия такая, что там, где власть и деньги, там можно получить удовлетворение. Но это не так, конечно. И то, что раньше называлось странами социалистического лагеря, а сейчас это будут страны Золотого века, это тоже будет не тот социализм, который был раньше, а будет то, что возможно сегодня, при изменившихся обстоятельствах, при сегодняшнем развитии цивилизации в целом. Но главный принцип коллективного пользования благом Земли на благо всех, защита и забота о всех равных членов общества, он все равно должен оставаться. При этом может быть и какой-то процент, возможно, даже и немалые частные собственности, предпринимательства. Почему нет? Просто поначалу заезженная тема, социализм, кто-то боится, ругается, а кто-то превозносит до небес. А правда, как всегда, посередине. Хари Кришна Дас такой привел пример. В Индии, когда слон маленький, его за ногу привязывают, и он дерг-дерг оторваться не может. А когда слон вырастает, его также привязывают за маленькую веревочку. И большой слон с легкостью мог бы с нее сорваться. Но он это не делает, потому что помнит, что в детстве у него никогда это не получалось. Слон даже не пытается это сделать. «Но вы же не слоны», — говорил Хари Кришна Дас. «Если в детстве что-то не получилось, это не значит, что, будучи взрослыми, вы никогда не должны пытаться делать то, что необходимо». Так и с самим принципом социализма. Садху сказал мне: «А когда вы стали строить социализм, вы позвали Бога с собой?» Конечно, мне пришлось сказать, что материализм и атеизм, причем воинствующие, были в основе нашего государства. А вот без поддержки Бога что может быть долго? Так мне комментировал Хари Кришна Дас. Вы и так просуществовали долго. А почему? Потому что идея была прогрессивная. Это идея будущего Золотого века, а не прошлого. Это у вас такая была первая проба сил. И вот на новом витке, на новом этапе, с совершенно новым пониманием будут возвращены все те ценности социализма, которые жизнеспособны. И еще раз скажу, что поначалу все будут избегать слова «социализм», а принципами будут пользоваться. Пока еще будет такая манипуляция с названиями. Ну, у нас столько двуличия, что еще придется долгое время от этого освобождаться. И еще раз надо понять, что Золотой век не будет на всей территории Земли, а будут только страны, которые входят в линию Золотого века. Туда входит Россия, часть Евразийского континента, Малайзия, позднее Австралия и Япония, и часть Африки, еще раз повторю, что возможно в 22 веке. На этих территориях находится много стран со своими особенностями развития, и у всех этот принцип нового мироустройства будет немного по-своему, со своими особенностями.
На европейской части те страны, которые развиваются по принципам индивидуализма, там останется старая формация, ее курирует демон Кали. Но как-то тоже будет произведена модернизация. Вот этот момент разделения, что все-таки будет и Золотой век, и в те территории, где курирует демон Кали. Дело в том, что демон Кали, он живет на нашей планете, и это по большому счету сама Кали-Юга, это его эпоха. Он, конечно, никуда не может деться, то есть какая-то часть территории будет принадлежать ему, а какая-то часть территории будет принадлежать Золотому веку. В итоге тот мир не будет самым плохим, и мир стран Золотого века не будет самым золотым, в смысле не будет идеальным. Я это говорю, чтобы вы поняли, что речь идет не об утопии, просто мир стран Золотого века будет более прогрессивный, потому что он будет реализовываться в сторону развития гуманитарных, личностных, лучших личностных качеств человека, защитой традиционных ценностей, в том числе и семьи в первую очередь даже, и лояльностью ко всем традиционным религиям и с другой экономикой. К концу 21 века мир поляризуется, разделится, и условно разделится на два лидирующих центра, на два лагеря, которые будут развиваться в разных плоскостях систем ценностей. Внутри каждого лагеря будут еще свои центры. В принципе, это имеется в виду и в лагере Золотого века, и в странах западного мира. И Садху говорил так, что в принципе эти два мира, два лагеря могут друг с другом не соприкасаться. В будущих веках так и будет. Слишком большая разница, несовместимая, сказал Садху. Я спросила, а как это возможно? Все-таки мы на одной планете живем. Садху сказал, что возможно, и в предыдущей эпохе Золотого века так было. И не надо пока об этом думать. Всему свое время. И важным фактором нового общества будет развитие взаимозаботы и взаимопомощи. Дело в том, что для духовного мира это важно. Без этих качеств нельзя пройти самореализацию и уйти в духовный мир. Их нужно воспитать, чтобы они вошли в подкорку, в привычку, в само основание естества, эти качества человека. Это нужно сформировать и обрести здесь, на Земле. Вот почему эти продвинутые такие святые души и те, которые перед Богом имеют заслуги в своем служении, почему они сразу не уходят в духовный мир? Потому что не наработаны качества взаимозаботы. Самореализация состоит в том, что человек в первую очередь служит другому. Служение другому, ближнему, близкому, другу, семье, идее, стране и так далее. Эти главные качества нарабатываются здесь, на Земле. Для этого они сюда должны воплотиться. Конечно, эти качества вот просто сейчас даже трудно себе представить, как они у нас будут нарабатываться. Это, конечно, с поддержкой Бога, потому что без его помощи из той ситуации, которая у нас есть сейчас, которую мы каждый день видим, нам уже самим не выбраться. Поэтому идет помощь свыше. Пророчество говорит нам, что Господь сейчас сам формирует события. И повторюсь, что его сценарий всегда уникальный, и никто не может предсказать события. Поэтому сейчас в последней активации пророчества говорится об основных тенденциях, куда пойдет развитие цивилизации, и не говорится, каким образом это произойдет. Мы можем только с помощью астрологии сделать предположение, даже не предсказание, а только предположение. И все же не надо забывать, что главный сценарий сейчас в руках у Бога. Несколько слов я еще хочу сказать, что не надо меня записывать в социалисты, коммунисты и так далее. Я не состою ни в каких партиях, и в мои цели не входит пропаганда каких-либо политических идей. Моя задача – передать смысл пророчества без искажений. Это моя миссия. И все же
хотела сказать еще вот о чем. У нас есть такое выражение, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Это часто упоминается в связи с разрушением социализма, мол, пробовали, и ничего не выйдет. Так вот, это выражение про реку, оно неверное. Нельзя дважды войти в одну и ту же воду, а не в реку. В реку войти можно. В одну и ту же реку дважды можно входить, и просто тогда уже вода другая, то есть время другое, опыт другой. И со всем этим новым пониманием можно второй раз войти в реку. Я думаю, каждый из вас это пробовал. Этот комментарий я сейчас сказала специально для противников здравого смысла. В следующей серии мы поговорим еще о векторе времени, о прогнозе на 20-й, 21-й, 22-й, 23-й год и дальше немного обсудим. 23-й год – это еще одно окно возможностей. Я понимаю, что рассказ о продолжении пророчества звучит несколько фантастично. Об этом и я как раз и спросила Хари Кришна Даса, то есть как нам воспринимать это. О том, что и как он ответил, поговорим в следующей серии, через неделю. И будет комментарий от Хари Кришна Даса. Пожалуйста, ставьте лайк, если вам нравится тема. Подписывайтесь на наш канал, тогда вы не пропустите следующую серию. Делитесь видео в соцсетях, оно для всех. И это моя благодарность моим духовным учителям. Только, пожалуйста, не надо разрезать на куски и искажать мои слова. До встречи!